I were pursuing a man named Albert Wesker. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source, the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We're using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. В общем, здесь надо сказать, что не слышали вы нас целую катсцену, потому что мне пришлось вставлять видос катсцену отдельно. И я купил себе Gatling Gun! И у него бесконечные патроны. И знаешь как... Oh, shit, it's back. Подожди, я первую эмблему уничтожу. Она где-то здесь. Мой любимый уровень с крокодильчиками. Помнил бы я, где она. Ну что значит, тебе патроны не нужны, да? Вижу. Я вижу. Ой, БССА-агент. Черт, не могу ее сбить отсюда. Есть, получилось. Видишь, убью, молодец. Ты грязный мужчина. Ты посмотри, какой я большой. Я рыцарь. Ты большой и грязный. Я ничего не вижу, у меня половина экрана этим рюкзаком заблокирована.
Это просто капец. Так, нам нужно вроде ехать, да? Да. А вот у меня в катсцене нету рюкзака. Нет, я рулить не буду, спасибо, не хочу. Сначала поехали за следующей эмблемой. Турбо! Турбо-юрбо! Хорошо так. Ветерок, комары по боку. Осенний бриз. Мы можем поменять позиции. Хочешь поменять позиции? Нет, спасибо, не хочу. Я тебе сразу сказала, я рулить не буду. Боишься, да? Боишься? Как она на шпильках прыгает вообще по этим доскам? У меня точность будет просто потрясающей в этой главе. Я уже это почувствую. А, ты что-то там нашла, окей. Я нашла ящик. И в нем ваза. Культурная ценность. Смотри, сейчас я перегну. Ты не увидел моих роскошных черных трусиков. Белых. Они были белыми. Белые, да. Все, что было черное, там явно не трусики, наверное. Ладно, никак не буду комментировать. Ой, тут пиратский корабль. Джек Воробей, ау! Ух ты, мы можем здесь выйти, я никогда здесь не выходил. Наверное, это не к добру, но ладно. Надо патроны. Я как-то думаю, что мне уж патроны-то не ящик надо. Ой, есть. О-о-о, это хорошая штука, можно я возьму? Там была ракетница, во! Да. Ты только ее не трать просто так. Это был пиратский корабль. Да. Там люблю. Поехали за следующей эмблемой. Она на центральном острове должна быть. Ракетница. Вот, видишь ее? Видишь ее? Вот она сверкает. Где? Вот она, вот. Вот, да вот, на острове, прямо перед тобой. Прямо перед лодкой. А, кира, ага, вижу. Все, поехали. Выполнять задание. У меня такие татуировки! Нет. У Криса такие дерьмовые костюмы в этой игре. Мне ему не повезло. Надо было ему костюм гномика хотя бы сделать. Ай, сущность в виде гномика. Ну, то есть я могу ничего не делать, а ты все будешь бесконечными патронами рубить, да? Да. Пойдем. Да. О, да. Куда поедем? Куда мы поедем? Куда поедем сначала? Да, хоть куда. И вези меня туда, я не знаю, хоть куда. Йоу. Фу, тут провода. Ну, здесь электричество есть. Насрать, едем, едем. Наплевать на всех. Да, пофигу, конечно. Ты посмотри, какой занос только что был, какой красивый занос. Занос. Как я вошел мастерски. Занос, который нос. Ты точно поводить не хочешь? Это весело. Не-не-не-не-не, спасибо, я в борде наводилась. Ту-ту-ту-ту-ту. Всего лишь гатлинган. Всего лишь гатлинган. У меня в руках. Рыбка. Сушёная. Ладно, я буду грабить тогда и насиловать население местное. Да, именно этими занимаются все агенты BSAA. Ха-ха, ты думал. Бла-бла-бла-бла-бла! Оставь его мне, я думаю.
Да, пожалуйста, вон там. Они бегут. Читер. О, тебе вот этих надо, которые со щитами. Давай, я буду более безобидное население убивать, а ты со щитами. А, слева, да слева, я могу слева, их всех. Слева, 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 слева. Это уже справа. Это уже справа, да. Есть подозрение, что их больше. Не, ну, наверное, их больше, конечно, да. Не, ну я купил гадлинган, я бесконечный патрон к нему не приобретал. Я думал, что их будет здесь ограниченное количество. Вау. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То, что ты меня не выпускаешь. Это так забавно. Как это мило, убивать людей. Ну, если бы у тебя была бесконечная базука, думаю, ты бы тоже не отказалась в них пострелять. Ну, бесконечная базука — это, наверное, мечта в каждой игре. Так, что тут у меня есть хорошее? Может, забит у меня? Нет ничего хорошего. Так. А у Шивы, по-моему, у нее есть лук, и он, у него тоже бесконечные патроны. Да, но его надо еще купить, а я все деньги только что потратила на улучшение пистолета и автомата. Нет, там еще нужно улучшить какой-то автомат специально для этого. В общем, мне еще копить, 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 да. Еще на старость. Зато я тебе все патроны буду оставлять. Ну ты такой добрый. Видишь? Какой большой плюс тебе. Какая экономия, да? Да? Все в дом, да. Купил гатлинган и ты свободен. Все свободны. Угу. Я живая ходячая турелька теперь. Все свободны, кто жить хочет. Ну давай, рули, капитан. А сейчас нас будут поджидать неприятности? Что ты думаешь, так все просто? Эх. Я предлагаю там просто проехать. С да. Базукой, товарищ, наверное. Или не с базукой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не того стреляешь, не того стреляешь. Справа, справа, справа. Это что слева. Там справа? Где справа какой? Его надо убить. Ай-яй-яй-яй. Если я буду стоять, то... То убьет нас обоих. Ты не дал мне изнасиловать местное население. Ты это уже сделала. Ай-яй-яй-яй. Ну это было нечаянно. Где ты взял такие нос? Упс. Ну, ты зато прекрасный такой вид сзади был. На тебе. Прыем. Кек-хе, типа, и все такое. Ой. Всего лишь гатлинган пришел, всего лишь гатлинган. Вау. О нет, о нет. Давай я побегу нет, первым. Ну давай беги. Тут же крокодуки, да? Крокодуки. Ай, крокодука! Еще один крокодука! Бежишь? Еще один? Меня только что крокодука не съел. Ой-ой-ой, бедные его зубки! Бедные мои ножки! А может я могу их расстрелять отсюда? Крокодилов по воде. Ой, какой ты кровожадный! Ой-ой-ой! Я всего лишь травку взяла!
Кто-то заказывал парочку трупов? Это было потрясающе. Давай подлечимся. Читеры! Да! Хотя это нисколько не чит, это сама игра предлагает. Я же за свои деньги... Сколько, кстати, ты потратил, чтобы... 50 тысяч. Это большие деньги. И перед этим прокачала одну... один пистолет-пулемет. Это тоже примерно... На это примерно ушло 100 тысяч. Да. Зато сейчас игра намного быстрее пойдет. Ну, у Вескера этого явно не ожидать. Его можно обрадовать тремя базуками. Можно. Да, ну вот на Вескера этого не хватало, да. Ну, его, кстати, он все равно ему ничего не сделать. Если бы Шеба к этому времени еще прокачала скилл прыгания через скалу, я бы просто сейчас... Выходи, крокодил! Я его убил! Я его убил! Что тебе дали за это? Ничего. Я нашел какой-то рубин. Ну да, в воде бывает, находится какая-нибудь. Опс, этого я не убил. Я только что себе точность понизил примерно до 30%. Вау. Забавно. А тут ничего нету. Они меня съесть, по-моему, не могут. Они на меня выпрыгивают, но съесть не могут. Это как-то странно. Ну, видимо, их уже покормили. Прикинь, если бы она подскользнулась на каблуках и пролетела мимо лодки. И Ералаш отдыхает. Блин, я тоже подумала эту музыку из Ералаша. Странно, что мы не врезаемся и не вылетаем на берег. Это так мило. А, это я профессионал. Ты что? Тут патроны для тебя. Деньги. Деньги? Документ, на который мне насрать. Как ты не любишь читать документы? Оп. Посредине Африки лежат документы, и ты не хочешь их прочитать? Нет. Абсолютно. Шебу! Подожди, Панта? Я перезарежу. Хожу, посмотрю в кувшине, что там такое. Крис, у тебя есть держание. Я хочу пострелять. Ну подожди ты. Да, я соберу себе лук. Мне некуда брать патроны. Ты их не тратишь. Ну сейчас будем тратить. Это весело сейчас будет. Там что-то интересное, да. Идол, это мне денежки. Но лучок. Подожди, не бери. Подожди. Подожди. Давай. Сейчас я их обрадую. Мальчик в деревне нашел пулемет. Да. В деревне никто не живет. Ну чё, кто? 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 Что? Что теперь? Что? Кто мне чё поплёдил поставит?
Кто меня убивал в прошлые несколько раз, в прошлые несколько прохождений? Кто? Ты? Ты? Я решил на этой игре там пиздец все прошлые разы в этом месте. Да! Скоты! О, там еще ребята идут. Ну, гатлинган будет хорошо работать только против тех, кто в ближнем бою. Когда пойдут ребята, которые начнут стрелять, тогда надо будет менять оружие. То есть ты сейчас типа развлекаешься, да? Нихера себе! Я об этой херне вспомнил. Ух, ты вспомнил, конечно. Какие насырные, а? Вау, мне дали ачивку. Крауд контроль. Что за ачивка? За то, что я убил много людей из Гатлингана. Теперь можно пройти. Собрать тут всякий хламик. Ну, а где не, там? Не команкой, не команкой. Камон! Ну, камон! Ну, я хочу посмотреть, что тут свалилось. Ничего не свалилось, я все забрал. Я молодец. Ты все залупал. Лутрищик. Курица! Курица, курица! Давай ее. Курица! Курица! Расстреляй. Черт, из нее ничего не выпало. Что из нее должны были сразу яйца выпить? Да, ее тоже. И из нее, и ее яйца. Это было быстро. Намного быстрее, чем в прошлый дохрена раз. Да, в прошлые разы было. Конечно. Я мужчина с татуировкой дракона. Или я просто в грязи извалялся, я не знаю. То есть ты тоже ходишь к какому-то своему этому самому. Нет, 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 нет. И просишь деньги. Нет. На компьютер. Нет. Нет, нет, я этим не занимаюсь. Нет. На, хоть ты поведи немножко, хоть довези нас до... Не хочу! Нет! Не буду! Нажми круг, ну нажми! Нет! Ну нажми круг! Нет! Ну нажми круг! Нет! А, женщины... Ну-ка, дай! Дай хочу покушать, посмотреть! Ты хочешь меня... Ты хочешь меня скинуть отсюда, да? Нет, у тебя ничего не видно, ты так классно ножки сдвинула. Так что ничего не видно. Это там закрыто же, да? Да. Квадрат, сейчас квадрат. О! О! Ты знаешь, что нужно делать? Да, мне подсказали, какую кнопочку нажимать. Да ты чё, игра, и дверь открыта, вау. Зашибись! И мы растворились в двери. Сейчас, подожди, сразу не беги. Там будет великолепная эмблема. Смотри, где спрятали. Ну вот ты посмотри. Я ее случайно нашел в прошлый раз. Я хотел сюда посмотреть, зайти сюда, есть здесь что-нибудь или нет. Только это оказалась эмблема. Да, хитро-хитро. А вот сейчас мне пригодится, очень пригодится миниган. Сейчас кинут магнум, ты можешь магнум забрать. Там магнум будет. Ты не дашь магнум. Но у меня гатлинган, знаешь, я тебе все могу отдать. Даже свой паспорт. Да, ты отдашь мне паспорт, и я могу больше с тобой не играть. То есть, не, ну я тебе твой-то не отдам.
Еще бы хотя бы мой верни, да? Так, вот туда, куда показано идти, лучше сначала не идти. Не иди туда, мне лучше туда идти. Мне. Да иди, иди, я кувшины поразбиваю. Я расхитительница кувшинов. Шева Крофт. Шева Крофт. Тут есть красная трава, хочешь? И патроны для магнума забери. Тут есть патроны. Патроны. Еще патроны. Патроны патронов. И красная трава. О, здесь еще одна красная трава. Так, подожди. Еще одна зеленая трава. Отдай мне что-нибудь. Отдай мне что-нибудь, потому что тебе надо будет магнум забрать и патроны для магнума. У тебя места не будет. Отдай мне какую-нибудь траву. Что ли? Ну иди сюда. У тебя сколько отделений? Одно. Одно, да. А трава у тебя какая есть? Уже два. Нет, отдавай мне какой-нибудь из твоих слотов. Ну вот красный. Дай мне красный, красный. Дай мне красную траву. Дай мне красную траву. Угу. Все, и там, и тебе теперь нужен... Блин. Тебе все равно нужен... Нужно два слота свободных. Я могу выкинуть Rocket Launcher. Да, выкидывать не надо, не надо. А дай мне, дай его мне, дай его мне. Я его сохраню для тебя. Да. А я не могу тебе его дать, он тебе не дается. Не дается, я сволочь. Могу только выкинуть его. Ну тогда дай мне какую-нибудь одну траву. Пыхтеть хочешь? Ну на. Молодец, ты да противный. тут опять трава. Да, нет, перестань. Нет. Боюсь тебя. Так, наверху патроны. Наверху патроны еще есть. Кому, когда, где? Ну, зря. Нет, нет, не надо. Не надо, не сбивай, не надо, не надо, не надо. Почему? Потому что она нам пригодится. Она нам пригодится. Она как пожару. Она как заяц и медведь. Они еще пригодятся, не знаю, как, но пригодятся. Так, ну в общем. В общем. Я не знаю, кому лучше туда идти внутрь. Но там есть магнум. Я его брать не буду. Стой, 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 не иди, не иди. Нет, 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 тебя там... Ты что, не помнишь, что ли? Ну, я смутно про... Так, ну хорошо, я... Помню, что будет какое-то безумие. Я туда пойду, а ты, если что, беги, окей? Куда бежать-то? Куда-нибудь. Да, что-то я смутно вспоминаю. Тебе нужно открыть, по-моему, мне, если я не ошибаюсь. Открыть? Да, видишь? А, все, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, бери магнум. Не-не-не-не-не-не, спрыгни вниз, спрыгни вниз. Тебе нужно магнум забрать здесь. У меня опять фул, что ли? Да, у тебя опять фул. Выброси патроны для пистолета, которые три штуки всего. А, вот да, так, окей. Так, где они? Бежим сюда, бежим наверх, наверх. Какие мастерные. Так, неудобно целиться. Стой тут, не прыгай вниз. Хорошо.
У них какой-то сегодня день зарядки, видимо, они все бегают. Так, вот бежит большой. Ага, он поплат. И рядом маленький поплатик. Воу! Слушай, их двое уже. Можешь в них стрелять из магнума? Магнум — это хорошая штука, но я думаю, я приберегу пока. Оставишь мне их уничтожение, да? Нет, нет, это вот уничтожение, да. Магнум я приберегу для ветра. О, сколько денег! Мани! Деньги! Побирай! Трава. Сколько травы? Сколько травы? Ты посмотри, обкури. Отойди, отойди, бегут снизу, бегут снизу, отойди. Ау. Да какого черта? Сзади, сзади. Я вижу, я просто не могу ничего сделать. Кладбище, ёпрсоте. Ещё кто-то хочет. Колумбийское кладбище, я бы сказал. Да, их реально больше, по-моему. Братская могила. Говню. Ой. А его я унижу, я убью его из дробовика. Фу. Это было смешно. Блин, тут еще для магнума патроны, но я... А, это твои патроны, я так понимаю, для магнума. Иди сюда, давай подлечимся. Тут столько травы, чтобы можно просто не париться. Отравиться. Так, это что-то вот... Какие патроны? Здесь нет? Подожди, какие? Это не для магнума, это для пистолета. Ладно, возьми траву. А, для тебя, по-моему, патроны, которые тебе не нужны. Мне абсолютно уже ничего не надо. В этой жизни ничего не нужно, да? Да. Так, что тут, где тут, что есть? Что есть поесть? О. Есть кувшин. Самое главное здесь не сдохнуть в одном тупом месте. Ты помнишь? Ой, ты помнишь, когда ты крутила? Когда ты тут крутила в одном месте? Ты крутила. Ай. 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 Это было больно. Ай. Ай. Ай-яй-яй. Подожди, иди сюда, да подлечимся. Я пойду заберу траву, пожалуй. Трава исчезла! Она вся испарилась! Ну зашибись теперь! Теперь у меня одна маленькая зеленая травка, потрясающе. И у меня зеленая травка. Я нашел патроны для дробовика, вау. В общем, тяжела доля. А, жесткая мужская. Беги сюда. Подожди, не-не-не. Здесь я вспомнил. Короче, вот видишь, мост поднимаю. Угу. Стой, не иди пока что. А, я его тогда... Ты его в прошлый раз спустила, да. Беги, беги. Давай, я этого не буду делать. Ой, отпускаю. Да, я вспомнила. Это было очень весело. Открой мне дверь сверху, пожалуйста. Я думаю, что такое? Что произошло? Так, дверь сверху. Вот она. Я только хотела открыть, ты уже... О, еще одна зеленая. Ой, дай мне ее.
А снизу-то что не проверила здесь? Ну, я к тебе спешила, ты сказал. Открой мне дверь. Ладно, я все равно буду собирать патроны, потому что рано или поздно мне придется расстаться с этой штуковиной. О, деньги, деньги, это хорошо. Возьми патроны здесь. Я не могу их взять. Блин. Меня... Давай поменяемся, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Где ты? Подойди. Сейчас. Лис. Сейчас. Чего? Что надо? Чё? Мне чё, нужно. Чё? Давай поменяемся. Я тебе патроны, ты мне. А ты мне траву. Вот так вот. Дай мне траву. Вот сейчас выбери траву, которая у тебя зеленая, маленькая. На. Вот так вот. Все. Я эти патроны отдал. Ну, мне патроны для тебя подобрать? Патроны для меня? Это не для меня патроны, по-моему. Почему нет, ну, для тебя? В любом случае, я если забрал. Это голубые, то у меня их много. Что я не использую сейчас пока. Ой, там змея. Не ухотела. Еще один идол. Змея ползает, хорош. Ну, у меня тут тоже где-то змейка была. Я ее испугал. С такой-то дулей. Будто змея испугалась своей дулей. Да. Ты куда? Нам сюда? Топ-топ-топ. Да, они не туда? Нет. А я там все собрал. Там был сундук, который я уже вскрыл. А, то есть ты без меня грабишь, да? Да. Не хочешь делиться добычей, да? У женщины, которой денег нет. Ну да, у тебя и минигана нету, что я поделаю? Поехали. Аттракцион африканский. Как так? Ну как так? Как си? Как 38%? Вау. Потрясающе.